Ребята, встретимся у костра через 10 трусов. Это лагерь Вавана. Да тот из участников, кому удастся пробраться на острове отчаянных героев, выиграет приз в $100. Интересно. Каковы будут условия для сна? Я бы хотел попросить место под ней. Нет. Девушки занимают одну сторону домика, юноши занимают другую сторону домика. Прошу прощения, у меня домик с видом на озеро, как самый красивый. Да, но нет, я сыс. Я должна жить, или я умру. В принципе, логично. А я воскроюсь, или я умру. Правда. Это просто пиздец. Зато тебе не придется спать с ним. С этого момента вы команда под названием «Крикливые суки». Рот ебаль! Ребятки, ваша команда будет называться «Куни». Я не поняла, а где оператор? Эй, вы! Слушайте внимательно. Я сейчас скажу вам что-то очень важное. Салас. Это что, и есть летний лагерь? В этом весь смысл, неженка. Замолчи ты, зануда. Ты такая умная, я это чувствую. А твое место не ушмар. Дуреха. У нас в этом заведении будет какой-нибудь как... Хватайте поносы, получайте еду и рассаживайтесь. Простите, нам будут давать эти. Что ты сказал? Подойди ближе, толстяк! Я не расслышал! Ты, доходяга, давай тави! Это волшебство. Добро пожаловать в столовую! Ваше первое испытание начинается через саяс. Итак, если вы посмотрите вниз, то увидите вниз. Более широкий круг представляет часть озера. Да. Внутри второго круга опасная зона. Вам нужно попасть в нее. Не поняла. Давай, прыгай. Какашка. Кот. Что ж, кажется... Он яйцами пёзнулся, сука. Да, я следующий. Кавабанга! Даже смотреть больно. Ты шутишь? Если она мочу не будет, то и я не буду. Еще как будешь. Это кто сказал? Это я сказала. Я не собираюсь проигрывать из-за твоей прически, избалованная папина сучка. Отвали, гламурная мечта рэпера районного масштаба в обтягивающих штанах. Сопляшка с конским хвостом на голове. Только и думаешь о том, чтобы стать королевой школьного бала.